Есть кнопочка вот так вот города. Здесь у вас отображаются все герои. Здесь можно пролистывать в случае чего. Показываются какие артефакты, какие навыки у разных героев. Снизу показываются приросты. Сколько какого ресурса у вас добавляется за каждый ход. Так вы можете примерно у себя в голове планировать. Хватит ли мне каких-то ресурсов или золота на какой-то конкретный день.